Hello, beautiful people! Cat Ken is in the house! Давайте сегодня добьем тему с цветами, и цвет настроения у нас сегодня белый, серый и красный. Красного будет много, ну а в целом быстренько пробежимся по выражениям, в которых все еще есть цвет. И есть такая фраза to tell a white lie. White lie – белая ложь. Вообще означает маленькая, безобидная какая-то ложь, вранье, которое, в принципе, никому не нанесет вреда. Например, можно использовать так. I told my friend a white lie, saying that she didn't look fat in her new dress. Ну, знаете, девочки так делают иногда. Что, я толстая? Не-не-не, все нормально. Вот это white lie. Ну, зачем человека расстраивать? Он же не пойдет сейчас не похудеет через 3 секунды. Есть еще выражение a gray area. Серая зона – это когда что-то непонятно, неточно, неясно, когда правила не ясны. Допустим, do you think it's okay if I go out with my sister's ex-boyfriend? Well, I don't know, it's such a gray area, depends how close you are and if she's going to be okay with it. То есть диалог о том, что, как думаешь, нормально, если я с бывшим парнем своей сестры сейчас начну встречаться? Ну, не знаю, это такая вот эта вот серая зона, да, это какая-то непонятная, минное поле, может быть, даже, потому что зависит от того, насколько вы близки и будет ли она в порядке с этим фактом. Вот gray area – это про все, что непонятно и правила не установлены, не установлены, господи. Давайте теперь перейдем к красному цвету. Есть такое выражение, оно не самое современное, но оно все еще используется в «Друзьях», например, оно было. To paint the town red – покрасить город в красный цвет. А вообще оно означает сходить очень здорово, потусить, очень круто провести время. Например, look, I found a babysitter for tonight, let's go and paint the town red. Я нашла бэбиситтера для ребенка, давай пойдем тусанем и отлично проведем время, вот это значит. Если вы находитесь in the red, to be in the red означает, что вы должны денег банку, что вы в овердрафте. Вы превысили лимит либо на вашей кредитной карте, либо просто на счету в банке. Например, I don't want to go out this month, I'm in the red. Означает, что у меня нет денег, я уже превысила лимит, и лучше, наверное, мне все-таки не тусить. Что-то все про тусовки сегодня. Есть еще выражение to see red. Когда вы видите красный цвет, ну, это, наверное, несложно догадаться, означает, что вы в бешенстве находитесь. Например, I see red every time someone mentions that girl's name. Каждый раз, когда кто-то упоминает имя этой девицы, я просто прихожу в бешенство. Вот так переводится. Есть еще фраза to catch someone red-handed. Поймать кого-то с красными руками означает, что вы их поймали в момент совершения какого-то преступления. Например, I knew she was lying, I caught her red-handed when she was taking money out of mom's wallet. Я знала, что она врет, и я поймала ее как раз в действии, когда она брала деньги из кошелька мамы. Вот такие выражения с цветами, конечно, больше, но основные вот примерно эти. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, с удовольствием на все отвечу. Спасибо. I'm not a man. 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 I'm not a man